Пары готовы, я надеюсь, зрители тоже готовы встречать их аплодисментами. Друзья, мы начинаем с категории с заключительному награждению группы «Юниоры 2Е», также «Латина». Первое место. Пара под номером 15. Денис Юрченко, Валерия Косенко, Гомельская областная федерация спортивных танцев. Тренеры Светлана Сатарева, Эдуард Сугак. Второе место. Пара под номером 2. Александр Шиманский, Дарья Ващенко, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренер Эдуард Сугак. Бронзовые медали. Пара под номером 27. Никита Малявка, Алина Савчик, город Лида, клуб «Эриденс», тренер Виктория Лежнева. Четвертое место. Пара под номером 5. Леон Легкоступов, Елена Анастасьева, Витебск, «Элита». Тренеры Роман Легкоступов и Екатерина Бурдинская. Пятое место. Пара под номером 9. Даниил Швед, Светлана Ильюшева, Минск, «Кинезис». Тренеры Виталий Симонов и Мария Ивашкевич. И на шестом месте пара под номером 30. Никита Уляш, Дарья Юрченко, Лида Ферри Дэнс, тренер Виктория Лежнева. Ну что же, завершается награждение группы «Юниоры 2Е». Заключительные торжественные мгновения всего утреннего отделения. Конечно же, это еще не все. Впереди много всего интересного. Берегите себя и оставайтесь с нами.